Имитатор автосигнализации. Этот прибор является своеобразной охранной системой, которую можно применять как своеобразный отпугиватель воров, назовем это так. Ставится либо на машины, либо, что основное сейчас применение идет, это на датчик. И особенно если нет стационарной сигнализации серьезной, то можно поставить вот такую вот пугалку, которая будет сигнализировать о том, что ваша дача якобы или там какое-то помещение якобы находится под охраной. А в чем особенность его? У него есть вот эта солнечная батарея, да? Особенность его в том, что вот этот прибор, собственно говоря, имитирует работающую сигнализацию. То есть вот здесь вот есть проблесковый светодиодик, который, аналогичный светодиоды при любой сигнализации начинают мигать, то есть показывать, что система стоит на охране. Вот этот приборчик как бы имитирует вот этот светодиод в нормальной сигнализации. Зарядка не нужна здесь никакая, да? Значит, батареек здесь не нужно. Здесь стоит солнечная батарея. Поэтому, когда днем аппарат стоит на свету, он заряжает внутренний аккумулятор. Как только стемнело, аппарат перешел. Там стоит инфракрасный датчик, который включает аппарат автоматически в работу. Значит, аппарат может работать в двух режимах. Либо режим фонаря, либо режим отпугивателя, да? Да, самого отпугивателя. Вот он сейчас мигает. Видно? Разрежен. Да не видно. Ага. Надо подзарядить ее, и будет точнее сигнал. Да. То есть эту систему желательно устанавливать, особенно в домах, на дачах, так, чтобы на солнечную батарею попадало максимальное количество света. То есть чем больше света сюда попадет, тем, соответственно, эффективнее идет зарядка аккумулятора. А срок годности какой вообще? Практически срок годности как таковой нигде не оговаривается. Как и любой электронный прибор, он, наверное, все-таки рассчитан на достаточно длительную работу. И вот единственный аккумулятор, у аккумулятора примерно среднее время жизни, примерно 3-4 года. Чье производство? Тоже Гонконг? Да, производство это Гонконг. Фирма та же самая. Вилмайк. Да, Вилмайк. Достаточно хорошо уже себя зарекомендовал на нашем рынке. Достаточно давно уже. И аппараты. Еще можно на машину ставить, а можно на... Да, либо на машину, либо основной это дачи. В какой-то мере, может быть, квартиры там на первом этаже. Хорошо, спасибо.